Всем привет! Совсем недавно я посетила большой 10-дневный майский мастер-класс в школе кондитерского мастерства Ольги Патраковой. Я бы хотела рассказать свои впечатления о нем. Я ожидала получить много новых умений и знаний, но я получила гораздо больше, чем ожидала. Во-первых, благодаря курсу «Выпечка» все мои пробелы в знаниях стали потихоньку заполняться. Я поняла свои основные ошибки. Я стала понимать принцип выпечки. И благодаря этому я уже могла что-то добавлять от себя, как-то импровизировать. И это как раз то, что я хотела. Также благодаря курсам «Милые зверята», «Искусство удивляет», «Сахарные цветы» я научилась работать с мастикой. Я поняла принцип работы с этим материалом, достаточно сложным, но все оказалось намного проще, чем я думала. Мне очень понравилось работать с мастикой. Опять же, благодаря основным принципам, основным приемам работы с мастикой, я уже могла сделать что-то свое, как-то импровизировать, добавить что-то, вот какие-то детали именно свои. Также достаточно приятный момент, то что на протяжении всего курса была очень теплая домашняя атмосфера, было очень весело, и Ольга отличный преподаватель и просто хороший человек. У меня появилось желание посетить еще несколько курсов у нее, и я искренне советую посетить школу кондитера, потому что там очень круто. Мне очень понравилось, я приехала с нереальными эмоциями, с такими впечатлениями, и мне было очень грустно уезжать, потому что мы уже так все сплотились, и я не представляла, как это я завтра проснусь и не пойду на курсы. Еще я бы хотела сказать то, что я приехала на курсы только с мечтой, какой-то размытой, неясной, а уехала уже с конкретной целью. Я так загорелась этим, мне так это стало нравиться. Я приехала, и мне сразу хотелось делать, опробовать все рецепты. Я стала разбираться в инструментах, я стала разбираться в магазинах. Это все благодаря этим курсам, я очень благодарна, и я думаю, еще не раз посещу школу кондитерского мастерства.